Привет, друзья! В начале ролика вы видели, как все делалось. Эти ножки из бука, размер 45 и 55 сантиметров, ну, в миллиметрах там, кто поймет. Сделаны из бука, точил Александр Федорович. В начале ролика вы это видели. Ссылку на его канал я сделаю. Ролик, в принципе, не смысловатый. Мне нужно сделать 6 ножек, 3 одного размера, 3 другого, а еще и 2 ножки вот плоские будут. Все это сделано будет из бука. Но здесь особенно, здесь нужно сделать крепление, чтобы оно было под определенным градусом, чтобы ножки разъезжались. Но при этом там обычная ДСП, столешница, там этого не заморочится. То есть из опилок все вывалится. Но вот сейчас покажу, как мы это делали. Если вам интересно, вдруг кому пригодится. Всем пока, погнали. Так, так как у нас ножка должна быть не вертикально идти и под углом, а вернее точно здесь у нас будет прямая полоса, здесь немножко сужается. И от стола ножка должна выходить под небольшим углом. Я сейчас прикину, это где-то в районе 5 градусов должен быть наклончик. Сейчас мы торцуем, и тогда у нас получится, что она не просто ровно стоит, а будет немножко вот так вот выходить. То есть столешница и под таким вот углом как-то так. И всего две, так как эта консоль к стене прикручена, зеркало. Погнали. Вот такие, друзья, получились ножки. Эти у нас белые будут
Вот так я вам покажу. Эти должны зеркало подпирать. Вернее, столик зеркальный, который одной стороной будет прикрепиться к стене, и две ножки отходить. Это у нас будет один журнальный столик побольше, немножко на 55. Один журнальный столик на 45 ножки. Все из бука, здесь выбелены. Покрыто маслом Борма. Здесь тоже. Здесь прозрачное. Ну, естественно, цвет бука. С этими штуками вообще хорошо смотрится. Столики. Тут идея того, что эти столики будут как бы на разных высотах и друг в друга заходить. Там они как бы здесь одно опера. Один будет круглый, другой будет капелькой. Ну, не могу вам показать, как это будет все выглядеть живьем. Фотографии мне сказали пришлют, то я их опубликую в Инстаграме. Кому интересно, подписывайтесь в Инстаграм, там это все будет. А так вроде как бы идея хорошая. Под 5 градусов, как мы хотели, я сделал их. Достаточно крепко. Все-таки это бук, достаточно прочная. Ну, это, естественно, это не ножки стула или стола. На нем сидеть не будут. Просто маленький журнальный столик и само основание из ДСП крашеное. Там ламинированное. Вот такая штука. Надеюсь, видео было вам полезно, друзья. Подписываемся, ставим лайки. И всем удачи. Всем пока.